Семинар проходил на базе Дома культуры станицы Анапская с целью обмена опытом работниками клубных учреждений, чтобы на летней площадке дети сами стремились прийти и чтобы им было интереснее провести время в клубе, чем дома или на улице. Практическое занятие с детьми показали работники культуры станицы Анапской. Это интерактивная познавательная игра по зоологии. Дети показали знания о насекомых. Опередила своих сверстников команда «Бабочки» станицы Анапской, а стрекозы у сотовой балки заняли второе место. Мне на этой площадке очень все понравилось. Я на следующий год приду сюда. Мы здесь играем, ходим в парк. У нас здесь всякие конкурсы. Мы ездим к ветеранам, помогаем им. У меня появились новые друзья. Это был Тима, Динара, Эльвина и другие друзья еще. Эта площадка самая веселая. Здесь дети хорошие, никто не дерется. Наш воспитатель самый хороший. Нас ходит, ведет в парк. Везде мы гуляем, веселимся, иногда дискотека. После показательного занятия сотрудники клубов отчитывались о проделанной работе. Видео и фотоархивы у всех накопились богатые. 28 летних площадок работали с 1 июня по 20 августа для детей от 7 до 12 лет, для которых ежедневно, кроме субботы и воскресенья, проводились детские праздники, интерактивные и культурно-познавательные программы, театрализованные представления, кинолектории по кубановедению и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Работали кружки по интересам и студии. Все мероприятия составят копилку управления культуры с тем, чтобы на следующий год организовать отдых также на высоком уровне. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа регион.